Приветствую всех зрителей и слушателей нашего канала. И сегодня у нас короткий вебинар. Вебинар я его назову «Приглашение с интригой». Значит, ну, во-первых, уже по началу вы можете понять, что мы, компания Дерн, принимаем участие в надвигающейся выставке «Клинок», которая будет в Москве, в том же самом павильоне «Main Stage», по адресу Шарикоподшипниковская улица, строение 33. Кто был, тот уже все знает. Кто, соответственно, первый раз может прийти, соответственно, может по карте посмотреть. Достойный павильон. И, соответственно, выставка, я думаю, будет успешная. Происходить она будет с 7 по 11 ноября. У нас стенд 52. Опознать нас надо, можно будет вот по такому красивому баннеру, который будет закреплен у нас на стенде. На стенде мы, соответственно, можем рассказать о тех сталях, которые мы поставляем, о поддержке, которую мы оказываем. Соответственно, будут на стенде представлена и продукция. И плюс к этому, поскольку мы опять-таки поставляем и обслуживаем, я имею в виду техническое обслуживание, и уже хорошо известных наших сталей, да, так и вот здесь я написал такое слово «Ламикор». Это у нас, мы долго ее вынашивали, его, ее сталь, его слово. Значит, также заинтересованным мы расскажем вот про эту нашу новую сталь, которую мы уже проводили ее испытания, она показала хороший результат. Поэтому, соответственно, приходите, пообщаемся, поговорим, нальем кофе. Другого официально запрещено. Так что и, соответственно, найти нас можно будет вот здесь. Вот здесь мы нарисовали 4 возможных пути на наших стенд. Ну и все остальные пути ведут к нам на стенд. Тот, кто может зайти. Поэтому еще раз добро пожаловать. Всех будем рады видеть. У нас, кстати, должны будут прийти и уже календари на следующий год. Поэтому, если кто хочет получить хорошо оформленный календарик на следующий год, да, такой красивый, у нас специальные дизайнеры по этому поводу есть. Так что всех рады видеть. Так что до встреч. Ну и по Ламикору несколько позже будет отдельный, соответственно, вебинар. А пока будем хранить интригу. Всем всего доброго, всем пожал руку.